Сегодня ночью инспекторы ГИБДД начнут все взвешивать, ведь с воскресенья в Татарстане вводятся ограничения на проезд большегрузов. Действовать оно будет по 14 мая. На это время беспрепятственно пересечь территорию республики смогут лишь те фуры, нагрузка на одиночную ось которых не превышает 6 тонн. Остальные должны обзавестись разрешением и компенсировать сверхнормативный вред, что причиняют тяжеловесы. Не коснется запрет автобусов, бензовозов и транспорта, перевозящего товары первой необходимости.